прямой эфир, и это по-прежнему Dream League, это по-прежнему Asus Republic of Gamers Dream League, и по-прежнему мы с вами смотрим за матчами 25-го игрового дня этой самой Dream League. Ну, начнем, как всегда, наверное, с представления команд, с турнирной таблицы. Так вот, турнирная таблица выглядит на данный момент вот так. На первом месте идут Empire, 12-2, Cloud9, 10-2. Напомню еще раз, эти две команды гарантировали себе попадание в Йончопинг, но все остальные борются. Сейчас будет один из важнейших матчей. Играют Fnatic, у которых 5-5, которым проигрывать нельзя вообще никак. И играют Team Dog, у которых 9-3, два матча в запасе, и которые сейчас себе могут гарантировать попадание в финал. Если выигрывают Team Dog, они 100% едут в Йончопинг. Если выиграют Fnatic, то у Догов поездка под вопросом, а Fnatic свои шансы улучшает, тем самым ухудшая шансы Na'Vi и ухудшая шансы EG. Так что, если вы болельщик Na'Vi, то, наверное, вам стоит сейчас болеть против Fnatic. Ну, потому что тут все очень-очень-очень интересно. Ну, в любом случае, Доги очень хотят выиграть, и мы их прекрасно понимаем. А Fnatic, видим, 3-5 у них, опять-таки, стата по сыгранным матчам. Две технических победы над Сигмой также присутствует. Мы видим, что не самый удачный DreamHack пока для Fnatic. На Бетрайдере 1 из 3, на Думе 0 из 3, 1 из 2 на Престейс, на Сладаре и Апарышне то же самое, 1 из 2. Ну и против них Доги Тим, 8 побед, 3 поражения. И опять-таки, еще раз напоминаем, что есть победа над Сигмой техническая, поэтому 9-3. 6 из 7 инвокеров выигранных, 3 из 4 матчей на Миране, так что, в принципе, знают ребята, как и что делать, и будут стараться сейчас показать все, что они умеют. Fnatic играет за Radiant, Team Dog играет за Dire, игру эту для вас комментирую я, Вилат, и мы начинаем смотреть матч Fnatic Team Dog параллельно на канале StarLadder 1. Конечно же, StarLadder 1 на нашем основном канале. Прямо сейчас идет второй матч между RockSkiz и Power Rangers. Там 1-0 ведут RockSkiz. Там Best of 3. И, собственно, если еще раз выиграют сейчас Роксы, то выйдут они в финал лузеров за саммита европейского и продолжат бороться за путевку в Лос-Анджелес. Ну, а вот ПРом надо выигрывать уже две карты для того, чтобы оставить еще для себя хоть какие-то шансы на поездку в США. Еще раз напомню, канал StarLadder 1, переключайтесь, если у вас есть такое желание. Ну а мы смотрим DreamHack. Смотрим DreamHack, второй из 6 сегодняшних матчей. Напомню, что дальше у нас будет 2 супер матча вот сразу после этого, потому что сыграют Fnatic Alliance и Cloud9 против Na'Vi. И оба эти матча будут значить довольно много в турнирном положении. Поэтому, я думаю, напряжение будет то еще. Бэтрайдер и Шейкер. Очень интересный выбор, опять-таки, от Fnatic. Почему Шейкер? Почему вот так в первой стадии? Очень интересное это решение. Ну и также я вам всем напоминаю, что на протяжении дня сегодня мы будем с вами разыгрывать рарочки, которые вы сможете получать на сайте dota2lounge.com/giveaway. Я думаю, вы знаете такую страничку. И чтобы получить рарочки, вам надо быть просто очень внимательным и запомнить код из 4 символов. Если вы этот код слышите в эфире, вы заходите на сайт dota2lounge.com/giveaway и вбиваете этот код в единственное возможное место, да, на этом сайте. Ну и, собственно, если вы успеете, если вы будете первым, то вы получите, собственно, рарочки от StarLadder, от Dream League, да, и от dota2lounge.com. Ну, например, можно начать уже первые 5 рарочек. 7FXT. 7FXT. Вот так вот. Первые 5 рарочек разыграем прямо сейчас. 7FXT. Ну а мы Reserve time.
Смотрим дальше за пиком. Nightstalker, Keeper of the Light, Earthshaker и Batrider. Очень-очень интересный пик. Ну, Darkseer, Кентавр, Shadow Demon, Никс как-то попривычнее будет. Потому что у Фнатика действительно что-то довольно удивительное. Бан Тини этот. Неужели бы Фнатики опять взяли бы Тини? Вот не верю я, что Фнатики опять бы здесь взяли Тини. Фнатики очень любят этого героя, но я не думаю, что в таком вот комплекте. С Котлом, с Соло, Миднайт Сталкером, Оффлейн Бэтрайдером и Шейкером. Адмирал Деваурер отправляется в бан. От Фнатиков, ну и последний пик. Дог. Darkseer, Кентавр, Shadow Demon, Nyx. И это Вайпер. И это Вайпер последним пиком от Doggy Team. Five seconds remaining. Reserve time. 10 seconds remaining. 5 seconds remaining. Ну и Луна. Опять-таки интереснейшее решение. Почему Луна, я не знаю, но... Видимо, что-то знают Фнатики. Окей, Хани сыграет с Соломид Найтсталкером. На Луне будет играть Мэтт на Аэрофлай. На Keeper of the Light. No Tail сыграет на Шейкере Трикси на Бэтрайдере. Ну и Фата будет на Вайпере у нас в миде катать, фармить у нас будет, я так понимаю, Пайкат, это будет трипла. Это будет причем очень опасная трипла, Пайкат, Мизери, Пас, и скорее всего эти пацаны пойдут в сложную. Ну, не вижу я других вариантов. Ну и начинаем смотреть с вами, собственно, игру. Итак, Пайкат играет у нас на Кентавре, МСС играет на Дарксире, Мизери, на Никсе, Фата будет играть на Вайпере и Пас на Шэдоу Демоне. Против них Хани на Найтсталкере, Трикси, Бэтрайдер, Ноу Тейл, Шейкер, Эра, Луна и Флай на Котле. Этот я 100%, это Шейкер с этой фиссурой. Да, мы им ЕГЭшный, аж две игры ЕГЭ посмотрел, товарищ. Ноу Тейл... Тут кастомная фиссура, если я не ошибаюсь, да, вот она. И довольно непривычно она для вас будет, скорее всего, ну, если вы еще не видели, как она выглядит, будет она для вас маленько непривычная. Ну, вот очень мне интересно, пойдут ли триплой в сложную, либо останутся же на топе. Скорее всего, останутся на топе Мизери с Пасом и с Пайкатом. Если останутся на топе, то будет это не самый веселый вариант, скажу я вам, для догов. Потому что я рассчитывал, что с таким пиком, скорее всего, они пойдут драться, а не стоять фармить. Ну вот мы видим, ошибался. Я, МСС уходит у нас в сложную. И будет он стоять против триплы с Ноутейлом, Эрой и Флаем. Обновленный Котл, посмотрим, будут ли они, собственно, этому котлу пытаться вынести
гоним, и будет ли как-то реализовывать его в этом плане. Я, конечно, сомневаюсь, потому что сделать это не так просто. Но все возможно. Поехали. Ну что же, Хани против Фаты. Фата, в принципе, должен его здесь не очень сильно, но немножечко гнобить. Ну вот, а что здесь Дарксиру делать? Ну вот, вот это вот делать. Два щита и пытаться с помощью двух щитов фармить. Видимо, это МСС и делает. Второй левел скоро у него будет. Будет Сурдж. И будет намного проще. И вот мы видим, что Ноутейл и вот эта его заначка вряд ли, собственно, сработают. Ноутейл уже вылез из лесу. И понимает он, что тяжело здесь будет убить. Ну, потусоваться еще чуть-чуть можно. Можно пополучать экспы. Ну, правда, эту самую экспу ты будешь воровать. Ну, вот он, Ноутейл. Вот она, новая фиссуринка. Закрыли МСС-а. Кстати, больно здесь МСС-у. Вы смотрите, он стреляли серьезно. Котл задул немножко не то. Убить не получилось. Хани 6-0 в миде имеет. Фата, мы видим, 6-2 на вайпере. Ну и Ноутейл тут продолжает, конечно, бегать вот рядом, рядом с МССом. Не давать тому получать экспу. Второй левел Дарксира есть. Это уже хорошо. Блин, ну почему же все-таки не пошли доги в сложную триплой? Ну, да, было бы тяжело, но было бы нам повеселее смотреть. Я понимаю, что не хотят команды проигрывать, потому что и для одной, и для команды, и для второй команды поражение сейчас будет означать очень неприятные новости. Прекрасно об этом знают и Фнатики, и Доги Тим, поэтому явно не хотят они рисковать. Но я уверен, что трипла Shadow Demon, Кентавр и Никс была бы намного веселее, чем Шейкер, Котл и Луна. Они бы не давали Луне фармить. Они бы очень сильно напрягали, а Дарксир бы постоял бы себе против Битрайдера без каких-либо видимых там проблем. Ну, я так думаю, опять-таки, но я же не играю в команде Fnatic, да, и не играю в команде Dog. Пишет, фиссура очень красивая, это темп так себе. Ну, возможно, так оно и есть, да, действительно, но фиссура все-таки нарисована довольно неплохо, согласитесь, но это опять-таки на любителя. Вот она. Четкая довольно. И мы видим, МСС вынужден убегать в леса. Котл задул. И неужели будет форсблад? Да, форсблад делает сейчас Фнатики. All glory to Ноутейл. Отличная фиссура. Перекрыл он полностью проход. И шансов уйти отсюда у МСС не было. Плюс залетел Illuminate фактически на full damage. И больно. Ну что же, Трикси улетает в леса. Трикси понял, что в сложной ему делать нечего. Пайкат здесь вместе с пасом выгоняют его подальше с линии. Мизери тем временем пулит крипов в лесочек. Тоже будет получать экспу. Опять-таки, какой-либо пользы от саппорта в Доги Тим мы еще не видели. Ну, должны начинать что-то, ребятки, думать. Ну что, будет не весело. Спрашивают меня, где звуки доты. Да должны, вы слышите звуки доты, ребят? Напишите мне в чате, слышите ли вы звуки доты. Должны слышать, по-моему. Да, я вижу, что есть звук доты, действительно. Вы должны их слышать, по крайней мере. Ну и пайка 21-13 время на топе. Фармящий кентавр — это довольно спорная такая фигура, потому что, ну, не ясно, что он должен делать. Должен он фармить или должен он собирать быстрый блинк? И как-то нападать, может быть, там, не знаю, какие-то там вангварды собирать. Ну, вот что просто, какой толк с фармящего кентавра. То есть кентавр, он очень, конечно, крут из-за того, что у него на 8-м левеле, да, просто какое-то невероятнейшее количество дэмэджа со стана и дабл-эджа. То есть мы понимаем, что это 275 секунды стана, 250 плюс 4, это 650 дэмэджа и плюс 3 секунды стана, да. И еще и 2 удара, то есть как бы если даггер ты быстро собираешь, ну, фактически каждый блин кентавра — это смерть. То есть неважно, на луну это вообще фул хп, шейкеру тоже фул хп, котлу там одного даблэжа хватит, да. И вот будет ли он это делать? Ну, пытался здесь ну ты что-то сделать. Но вот мы видим, вот он, новый патч. Видим, крипы стоят, ждут, пока пропадет фиссура. Раньше они бы пошли вот сюда и начали бы обходить эту фиссуру. Сейчас они стоят, ждут.
пока, собственно, фиссура пропадет, ну вот это изменение краски Вальвы внесли в последнем патче. Ну а здесь Фнатик забирает первый тавр. Забирает его Эра. А на Луне денежки у Эры имеются, у Эры есть Helm of Iron Will, очень легко он ему дался, и очень четко будет появляться, собственно... Ой-ой-ой, Мизери встает, будет бим, вот он бим, должен быть бим, потому что может умереть Флай. Хороший карапаси были от Мизери, в итоге Флай убивает Мизери, отсюда выживает. Проблемы также у Эры, прилетел Фата, минус Эра, и Ноутейл пытался сделать тп-аут, пас, последнюю секунду прячет его. Ну и это минус 3 в исполнении Доги Тим, дадут ли фраг забрать Фате? Нет, пас забирает второй фраг, и мы видим, что 3 фрага зарабатывает Доги Тим. Молодцы. То, что надо. Хорошая реакция. Опять-таки, слишком Фнатики загнулись. Только-только начал я говорить о том, что Эри очень легко дается начало игры. Что, скорее всего, купит он очень быстрый доминатор. И сразу же начнутся попытки здесь как-то там настакать. Там, может быть, вот здесь настакать. Ну, здесь уже настакано для Луны. И здесь, ну, короче, здесь будем пытаться Флай как-то этим заниматься. Вот и тут-то было. И опять-таки Эру убивает. Лол. Ну вот, вот это вот уже огромнейший провал. Фата остается на нижней линии. Видимо, оставляя в миде МСС. А Фата делает еще один фраг. Два раза Эру за минуту отправили в таверну. И сейчас, вы знаете, могут у него начаться проблемы в связи с этим. Потому что Луну, которую вот так вот убивают, ну это действительно не очень приятно. На топе минус Бэтрайдер. Просто кентавр забежал, дабл эджем добил. Просто ультимейт, дабл эдж. Даггер через 10 копеек. Даггер через буквально 10 копеек. Ну и Пайкат начнет ловить по карте Фнатиков. Ужасные, казалось бы, сначала хорошо делаются Фнатики на трипле, но оказывается действительно ужасный старт. Ой-ой-ой, куда идет Ноутейл, видит его пас. И вот сейчас видит Ноутейла, и проблема огромная сейчас у Ноутейла. Пас будет его прятать, ну даже можно и не прятать. Ноутейл тут уже сам себе закрыл. Прячет пас. Где кентавр? Кентавр сюда не бежит. Пайкат прыгает поздновато. Цепляет Пайката, пытается его увести. Уводит на лоу-граунд. Пайкат. Пайкат хочет убить Ноутейла. Нельзя ее, значит, сейчас добылать, потому что может умереть после этого. Да что это было? Лол, Пайкат! Какой провал от Пайката? Пайкат дает даблэдж и погибает сам, не убивая никого. И поймали еще паса. Пас пытается уйти от Хани. Есть первая ночь. Здесь же Фата. МСС на развороте. Хани. Хани отсюда должен все-таки размансовать. В итоге закончится все только смертью Пайката, который очень сильно тупанул. Не надо было ему юзать дабл эдж, надо было дождаться, может быть, завязать хуфстомп. Мало у него было хп, но в итоге мы видим, что Пайкат рискнул и за это поплатился своей смертью. Эра 0-2-1, и вот мы видим, что мог быть у него доминатор давно под Т2 тавра, буквально 3 минуты назад тусовались, но тут уже про быстрый доминатор можно не говорить, ну что, пока беда, печаль. Вот Хани. Хани будет собирать Мидас. Опять-таки, не очень я люблю на Баланаре этот артефакт. Ой-ой, ШД, видит Луну, видит кентавра. Кого ж ты спрятал, лол, кого ж ты спрятал, пас! Кентавр прыгает. Ну и будет ли дабл эдж по Эре? Должен быть дабл эдж. Вот он, дабл эдж по Эре. Здесь Котл задул. Пайката. Пайкат пытается размансовать. Хани зарабатывает один фраг. Ну и второй фраг тоже заработает команда Фнатик. Ну, разменяли Луну на двоих. Как-то вот. Как-то есть ошибки. Как-то непродуманно действует в драках. Да и в некоторых моментах ребятки из Доги Тим. Ну, Фнатики... тоже хороши. Тоже подтупливает иногда. Но в итоге 6-4 у нас счет. Закончилась первая ночь. Хани, в принципе, есть фраг. Немножко побегал. Можно назвать, наверное, первую ночь для него удачной. Мизери. Мизери здесь уже готов врываться на Хани. Хани копнули. Ну и вы смотрите, как Хани здесь супер джукс-то, да? Ну, Мизери тоже долго думал и воспользовался этим. Хани и не дал себя поймать. Именем Т1 тавр в миде. Начинает прессовать Доги. 1000 голды у Вайпера. Луна снизу опять вернулась на линию. И вот видим, что ничего нового не появляется. И в миде будут устраивать акшен какой-то сейчас парни из Фнатик. Хотят, по крайней мере, устраивать они акшен. Там Мизери хорошо скрапассировал.
Ну и так, Шекерс есть станчик. Станчик, в принципе, отрезает фат, у него не особо сильно. Там летит Иллюминейт. Иллюминейт залетает по Пайкату, ну и Пайкат надо здесь отойти. Ну и тут же смоук от Дога. Ну неужели на Эру? Реген, мы видим, забирают здесь, не боятся, что стоят варды. Особо не парятся вообще на эту тему. Должны понимать Фнатики, что куда-то пропали Доги. И будет сейчас какой-то ганг. Так, Мизери. Ну и до свидания, Хани. Без лишних эмоций, без лишних затрат убивает Хани. Здесь мы видим вчетвером Фнатики. Ну, Фнатики уже драться, наверное, не хотят. Да и Тим Дог не особо-то летят. Т1 Тауэр. Сейчас вот погорел немножечко Трикси, не будет давать крипам подойти. Ну тут Firefly, конечно, штучка клевая, но и без него обошлись. Вот Шейкер дает стан, да. Поразбегались. Ну что, 11 минут за нами. Смотрим графики, мы видим 1500 голды ведут Фнатики. По XP 1200 XP ведет Team Dog. Ну я продолжаю наблюдать за Пайкатом. Вот Пайкат... Космолой Лакентавр прыгает. Хорошо, Шейкер тут же стан. Пайкат, Пайкат. В итоге попадает просак. Пайкат, ну лол. Ну что ж такое вообще сегодня с Пайкатом-то, а? Что вообще происходит-то? Ну, видим, очередной фраг на изиче зарабатывает Фнатики, убивая мейн кэрри все-таки Доги Тим. Ну, в принципе, мейн кэрри можно здесь называть Вайпера, но как бы на легкой линии стоял-то Пайкат и фармил, и трижды уже умер Пайкат. Дальше умирать, наверное, и нельзя. Бэтрайдер с даггером. Уже пытается кого-то найти. Ну что ж, Трикси 2-1-0 мы видим. 60 крипов уже нафармил. Включу я, наверное, уже нетворсы. 4-400 нетворс у Хани. У Фаты тоже вот около того. Там разница в 100 голды. Не особо много. Ну и вот Луна, которую загнобили, не очень весело себя чувствует. Должен... А, ПТ приобрелся. Эра. И следующий артефакт. Ну, я думаю, уже будет точно доминатор. И потом попытается он пофармить, не знаю... Ага, ну тут спаун он зафармил. Больше нигде там трипл спауна или дабл спаунов нету. Поэтому надо вот как-то вот тусить ему. Где в миде? Поймали Фату. Есть телепорт. Сайленс на Фату. Шейкер дает стан. Шейкер дает ульт. Фату спрятали. Отталкивают паса подальше. Фата здесь выживет точно. Фата будет лицеплять ноутейла. Ультимейт через 5-4. Ну вот не пошли до конца. И Пайкат тоже прилетел. Но в любом случае мы видим 3 телепорта были потрачены. Только-только купил Мидас Хани. 15-я минута. 13-я, извините, минута Мидас. Не, ну вот это вот не очень хороший результат, скажу я вам. Когда на 13-й минуте твой Суламидер покупает Мидас. Вообще-то, вы знаете, когда ты покупаешь Мидас, хочется, чтобы он был у тебя немножко пораньше, а не на 13-й минуте. То значит, что у Найтсталкера, ну, я не знаю, будет он делать там, не знаю, Аганим БКБ или что он там будет делать. Но вот сейчас пользы особо он не приносит. Что же, Трикси, Флай и Ноутейл. Пытается на топе что-то придумать. Ну, Трикси понимает, что надо, наверное, как-то вот сюда в леса зайти. И вот отсюда уже блинковаться. Здесь стоит только сентри, поэтому можно Пайката ловить. У него ничего нету. У него 9-й левел. Плюсы какие-то качал. Нет, ничего не качал пока. Ждет. И ждут его тоже на линии. И страшно сейчас. И Догом. Будет ли ТП сюда еще кого-то? Лайра колет Эру также. Будет ли еще один рекол и Излиса в пятером? Нет, не будет еще одного рекола. Хани и так добежит. Вот на топе Хани. Здесь мы видим, стоит вардец. Хани увидели. Прекрасно знает, что происходит, и Дог Тим здесь нет. А они гадгируют тем временем вниз, где тоже никого нету.
Ну что, Т1 Тауэр снизу. Ну, просто размен пока, но вот в миде у нас пайкат, мы идем на топе, пытается тоже с помощью глифа немножко потянуть время, снизу расстреливает в соло вайпер, а все остальные игроки Доги Тим где-то там в других местах сейчас. Так, ну, Фата забирает, на топе забирает Хани, а в миде уже какой-то экшен, Бэтрайдер цепляет пайката, Ноутейл здесь же, Ноутейл, отличный стан, пайката спрятали в последнюю секунду, и пайка здесь выживает, МСФ в толпу, как хорошо все делают Доги Тим. Минус 2, Фнатики разваливается, Тауэр пытается дальше забирать, Трикси там скоропассировал Мизери, но в итоге добить его не смогли, пытается пас еще что-то здесь поделать, Тауэр надо забирать, в спину уже забежал Мизери, у Мизери есть импейл, Мизери должен копать сейчас одного или другого, Мизери должен цеплять сейчас Флая, да цепляет он Флая, копает его, у Флая огромные проблемы, ну кто же поможет Мизери? Никто ему не поможет, никто ему не поможет, Фата был далеко, в итоге только Тауэр забрали Доги, могли убить троих. Пишет Вилат, хорош хавать. Если бы я что-то хавал, было бы хорошо. Если бы чай пил, было бы тоже хорошо. Но не пью я чай и не хаваю. Дайте мне что-то похавать, а? Передайте. Звуки странные. Так, ну что, Фата? Фата! Выхиливает его последнюю секунду МСС. Но Фата там все равно выживал. Ну, может быть, Хани побежал бы за Тауэр, если бы видели его. Если бы... Ну, если бы он не видел МСС, он не видел бы Мекку. Ну, это мы идем... У Хани агоним. Крыло. Что-то загнулось одно. Бывает такое. Ну и на топе пайка. 1000 голды нафармил. Пока, как я и повторял с самого начала игры, пользы от этого кентавра в легкой абсолютно нету никакой. Ну тут Мизери побежал. Видит он Хани, он понимает, что бросаться на Хани не стоит, что все остальные очень далеко. У Хани ночь, убить его будет нелегко. Вот как-то понемножечку территориально захватывают кусочечки, как так, территории парни. Территориально воюют, захватывают кусочки территории по чуть-чуть ребятки из Dog Team. Ну и вот он план. Вот он вырисовался у Фаты план. Давайте в смоке зайдем вот туда. Не знаю куда, сделаем то, не знаю что. Вот, кстати, вы видите, что вард в центре не видит вардец догов. Буквально не хватает несколько пикселей. Так, Мизери прыгнул на Illuminate, ну, понимаешь, что Котл там в форме, поэтому, в принципе, пофиг ему на эти карапаси. Ну, экшен, экшен аж хочется, у нас 9-5 счет на 19-й минуте матча, по деньгам 400 голды ведут Доги, по XP 1100 XP, опять-таки, выигрывают они. Какого-то определенного преимущества нету ни одной, ни у второй команды. Даггер Шейкеру нужен очень сильно, но 1000 голды еще Ноутейлу до момента появления этого даггера. Здесь 2100 до появления Аганима у Хани. Ну, в принципе, Аганим это хорошо. Я даже сказал, очень хорошо. Бывает. Что же, пайкат. Да, Рошана забрали, забирают Dog Team, ну и Фнатики вряд ли в этом помешает, потому что в первую очередь далековато отсюда Найтсталкер, пока он добежит, Рошана же скорее всего будет мертв, просто скорость убийства не самая суперская, ну а Ганиму Вайпера это хорошо в 20-й минуте, это я бы даже сказал очень хорошо. Еще раз напомню, что параллельно у нас на первом канале RockSkies играет против Power Rangers, там... Вторая карта первого раунда Лазерок, хотя Фнатики уже здесь. Вы смотрите, припрятали у нас Бэтрайдера. Фата будет лютовать Бэтрайдера. Нет, он просто плюнул. Так. Ой, как хорошо ворвали сейчас на котла. И минус Котл. Тут Луна ультует. Спанули Пайката. Пайкат, скорее всего, просядет. Но Ноутейл ультимейт в троих. Отличный. Минус 2 сделал Фата. Тем временем
это как это Фата сделал минус 2? Подождите, Эра убивает МСС, а да, Фата сделал минус 2. Действительно, Фата тоже погибает, это уже 3 фрага. Тут хорошо копает у нас Мизери, но бежать, бежать. Эру скорее всего добьют, но вот Мизери здесь, Мизери есть. А Моноберн, разве что Моноберн, он пытается сейчас... А нет, он Эру будет просто-напросто стопить. Мизери, вот он подкоп, и до свидания, Мизери с руки добивает. Мизери говорит, до свидания Эре, и с руки я думал, что он его добивает, но добивает пас. Как раз. И размен у нас, учитывая байбеки, получился. Есть байбек у Пайката, есть байбек у МСС-а с одной стороны, а с другой стороны байбеков нету. То есть Пайкат и МСС и Вайпер 3 на 2 получается, да? Да, получается 3 на 2. Ну, могло быть намного хуже. По крайней мере, не дали Рошана забрать, но Доги уже опять здесь. Продолжает, продолжает Доги воевать здесь на Рошане. Будет ли Фнатики второй раз забегать? Да, все-таки со второй попытки Фнатики не решили сюда, собственно, забегать. Мы видим, Тавр падает. Тавр, Рошанчик падает, к сожалению. К сожалению для Фнатиков. Ну и теперь придется в следующей драке Фата убивать дважды. 11 левел Фата, есть у него Аганим. Миним по нетворсу отстает он, конечно, от Хани. Хани за это время, пока были все вот эти драки на Рошане, нафармил довольно много денег. У него через 500 голды появится Аганим. Ну и вот уже с Аганимом он будет поопаснее. Эра БКБ на подходе. Есть Доминатор, есть Аквила, есть ПТ. Трикси, Форстаф, Даггер, Транквил Тапки, в принципе, дефолтный битрайвер, как на 20-м, это Мизери. Мизери видит Эру. Может увидеть еще и Трикси, но вряд ли. Напал просто на Эру и решил, ладно, возьму и валю ультом битрайдер. Битрайдер, неужели будет прыгать битрайдер? Но вот увидел Фату и решил, что нет, не стоит. Думал, если там будет один Мизери, то может есть смысл прыгнуть, но в итоге... Не стал. Трикси. Флай. Прилетает сюда. Эра уже здесь. Пошел. Элиминейт третьего левела. Мизери скоропассировал Флая. Как четко он все сделал здесь. Блин, Мизери прямо под Флая. Контролят здесь очень серьезно Keeper of the Light. И красавчик Мизери. Поймал, поймал капитана команды Fnatic. На Иллюминейте стоял он слишком близко. Битрайдер прыгает, цепляет Фату. Там есть Аэгис, прыгает Шейкер. Очень хорошо вдвоих. Мизери его копнул в стан, все-таки успел дать ноутейл. Пас умирает, здесь же луна ворвалась. Отличная стена. И стягивает еще у нас Эру. Мы видим, Хани остается здесь живых. За Хани погоня, пытается его не отпустить. Но в итоге Хани все-таки отпускает. А вот Трикси никто здесь не отпустит. Закончился у него Фарфлай. Это минус 3 в ответ на потерю Аэгиса и смерть саппорта. К тому же Тавр тоже достался Догам. 16-9. Ну это два тавра постарается забрать Team Dog. Так, Хани. Тиммейт него. Хани пытается убегать. Пайкат в сайленсе. Но ноутейла напал Фата довольно серьезно. Ноутейла отстреливает. Здесь залетел блайнд. Но это мы видим, все-таки отгоняет здесь Фнатики своих оппонентов. И Доги Тим, наверное, уйдут отсюда. Хани есть Аганим. И побежал, побежал сейчас Хани. Будет пытаться догнать. Фата ультанул. Ну вот и все. И на этом, походу, драка закончится. Прыгает ноутейл. Цепляет ноутейл. Фату. Спанули все-таки здесь у нас Вайпера. И вряд ли его получится спасти. Вайпер получает сайленс. Да, минус Вайпер. Дарксид стянул одного Хани. И пытается тоже натворить кипишу. Но в итоге... Кипшу натворил только для себя. Куда ж ты свернул МСС? Поворот не туда, блинкаут. Сильно. Но его все равно поймали. Шекерстан и очередной минус от Фнатиков. 11-16. Было 9-16, а стало уже 11-16. И мы понимаем, что потеряли двух героев с высоким левелом. 11-13 левел у Дарксира и у Вайпера, соответственно. Ну и здесь их поубивали.
Radiant's middle tower is under attack. Ну что, 26 минут игры за нами. По деньгам по-прежнему нет какого-то ярко выраженного преимущества. 2000 голды ведут доги, по XP 3000 XP они ведут, и тут все еще... Непонятно ничего. Эра фармит энчентов, БКБ у него вот сейчас появится. Ну и плюс сверх БКБ уже, наверное, какая-то 1000 голды будет, когда он зафармит всю вот эту пачку. Ну, я думаю, левел тоже возьмет. 13,5, может даже 14, черт его знает. Не дофармливает Эра, забыл про двух вот этих вот затерянных пацанов. И это очень плохо снизу. Тем временем поймали Ноутейла. Ноутейл хороший стандал. Минус Ноутейл. Трикси пытается уйти на Файрфлая. За ним фат до конца. Трикси, ТП аут. Смогут ли сбить? Не смогли. Ничего абсолютно не осталось. И сбить не смогли. Видя, Кентавр прыгает. Тут БКБ Луна пытается сделать. И у нее это получится. Все-таки БКБ у Луны штучка полезная. И пауза от Ноутейла. Что там произошло у Фнатик? Ноутейл погиб. Решил поставить паузу. Но я вам еще раз напомню, что параллельно на канале Star Ladder 1 идет суперматч Rock Skies против Power Rangers. Там идет рубилище за право остаться в живых в турнире The Summit Europa. И... По-моему, там, да. По-моему, там Power Rangers только что выиграли вторую карту. Еще не закончился матч, но вероятность того, что Роксей отыграется, очень-очень низка. И, скорее всего, будет там третья карта. Напомню еще раз, канал Star Ladder 1, я думаю, вы знаете, что делать, когда два матча идет. Multitwitch.tv, кстати, привыкайте, потому что во время квалификации на International Multitwitch будет вам очень нужен. Multitwitch.tv... Star Ladder 1, 2, 3, 4, потому что именно на 4 канала этих будет русскоязычный эфир идти. Что вбивайте себе уже куда-то в закладки. Star Ladder 1, Star Ladder 2, Star Ladder 3, Star Ladder 4. На протяжении следующих 16 дней, начиная вот с понедельника, будем мы с вами наблюдать за квалификациями на The International 4. Призовой фонд которого уже много денег, я вот не знаю сколько... Но, думаю, достаточно. После каждой игры я буду проверять. Вот мне интересно, как он будет расти, меняться, скажем так. Вот, например, на данный момент он 2 миллиона 348 тысяч долларов. И... Посмотрим, 2,5 миллиона сегодня будет. Да, думаю, будет, должно быть. Так, Бэтрайдер ушел отсюда. Эра на топе, мы видим 1400 голды, кстати, у Эры 14 левел. Успокоилась немножечко игра. Два игрока Fnatic мы видим по нетворсам, сейчас являются топовыми на карте. Эра и Хани, ну вот что-то задумали здесь Fnatic. Неужели это будет какой-то смоук-ганг? Нужно устраивать генч. Серьезный генч. У вас же есть Хани. Пока активности никакой у нас не имеется. 29-я минута матч пошла. И вот Мизери пошел в Вендетте кого-то искать. Ну и мы видим, что... Так, вот он, Вайпер. Убивает крипа, который стоял здесь, сделал спауны очередные. Не было кого переманить, пришлось просто переманить чужого крипа и пользоваться его услугами Эри. Долис убежать. Далековато было.
Ну что, Пайкат с Мизери побежали уже на низ. И тут Эру уже отсюда увозит. Дано Котл. Не дадут сейчас Эру в обиду. Фнатики все, командой будут стоять. Ну, а сами гангируют они на топ, где никого нету. Ну, вообще неудачные ганги у нас всю игру. Ничего не ясно, кто куда бежит. Не хватает вижна и одной, и второй команде. Ну, вот сейчас Фнатики пытаются на топе кого-то поймать. Но кого они здесь поймают? Разве что вот этих вот 5 крипов, которые идут. Бедные, они еще не знают, что их... Тут ничего не ждет. Пайп приобретает у нас Пайкат. Хорошо, есть пайп, есть даггер, есть виталити бустер. ХП уже хватает. Можно дабл эджи раздавать налево и направо. Dire's middle tower is under attack. Radiant's bottom tower is under attack. Radiant's bottom tower has fallen. Ну, Т2 забрали, вот на топе Эра тут остается, ну, а тут явно не один, и прекрасно понимает Доги, это в миде блинкаут сделал ноутейл от появляющегося Фаты, вдруг внезапно из лесу. Ну, тавер на топе продолжает падать. Глифа нет. Будет ли врыв? Пас. Пас проклинает на Сэру. Битрайдер цепляет паса. Пас сам себя спасти уже вряд ли сможет. Там Шейкер ультанул тоже. Но не туда, куда надо ультанул. МСС задувает. МСС пытается юзнуть меку и уйти. Минус МСС. Ноутейл забрал фраг. Там попытались поймать Ноутейла. Ноутейл здесь, скорее всего, умрет от ульта Вайпера. Нет. Ноутейл выживает. Ло-ло. Луна ультанула. Пайкат тоже погибает. Мизери в сайленсе. Ноутейл пытался его догнать. Не получилось. В итоге 3-0. А нет, это еще не все, потому что Фата и Хани, продолжается драка, Трикси прыгает, там Мизери копнул двоих, и Хани расстреливают очень серьезно, сейчас Фата, Хани должен погибать, Хани! Боже, как он тут выжил, я не знаю. Выживает в итоге Хани каким-то образом, погибает Ноутейл, Мизери, 13 левел, пытается наводить здесь шороху, и, кстати, у него неплохо получается, Мизери убил Ноутейла, на себя стянул еще нескольких игроков. Мизери пытается еще кого-то найти. Так, МСС. 180 крипстат просто у пацана. Есть даггер, есть мека, есть соул ринг и аркан тапки. Пас, мы идем форстаф. Как он начинал-то драку последнюю, вы помните. С форстафа врывался, а дальше, говорит, все, поехали. Сейчас они все сами поумирают, не переживайте. Почти получилось. Ну, а здесь Фата, миди. Ну и Мизери. Всю игру кого-то ищет. Мизери, кстати, насобирался на Мистик Став. Хекс это будет очень круто для него. А с ДД сейчас Вайперы решили Рошанчика забрать. Ну что, Вайпер с ДД и как бы сейчас... Фнатики не подставились сюда, не повелись. Потому что если они сейчас нападут, то скорее всего их здесь разложат. Хотя Луна есть, ультимейта у нее, правда, нету. А будет через 4 секунды, вот он Эклипс. И если Фнатики сюда подбегут, все будет хорошо. БКБ у Хани, ну очень долго думают сейчас Фнатики, в итоге они не знают, где находится Доги, и не решаются идти на Рошана, отдают еще один Аегис, хотя уже побежал Хани, вот он уже должен понимать, что происходит, да, Хани прекрасно понимает, что происходит, пытается добивать Рошана, здесь Доги, включается пайп, Рошан не отдается ни в коем... Так, прыгнули на паса. Паса затянули. Кентавр ультанул. Хорошо, хорошо все делают. Сейчас парни издох, но в итоге умирает. Котл один. Пайкат пытается убежать отсюда. Луна ультанула. Минус Пайкат. Размен один в один. Фата пытается убежать. Хани за ним. Фата на развороте расстреливает Хани. Здесь же Мизери. Мизери копнул Эру. Ноутейл! В двоих! Отлично, Ноутейл! Но никого не убивает Ноутейл. И в итоге Ноутейла сейчас просто раскатит. Фата, да, Ноутейл погибает. Мизери... тоже остался в живых. МСС гонится за Трикси. Мизери последним кончиком своего импейла достает Трикси. Трикси пытается уйти до конца. Мне еще и дота залагала. Ну и в итоге 4 в 1. Плюс Аегис для Доги Тим. Драка все-таки очень неплохая для
для вот этой вот чудо-команды. 34 минуты игры за нами. Ну и мне кажется, что вот после этой драки еще дела станут лучше у догов. Хоть и по деньгам Fnatic ведут, и по XP мы видим, Fnatic вели в какой-то момент более 5000. Team Talk практически их догнали. Ну и Darkseer начал собирать тоже себе аганим. У Вайпера, кстати, появилась БКБ. Тоже штучка довольно нужная, потому что в драках, мы понимаем, много ему проблем доставляют шейкеры, да и Луна, понятное дело, не самый приятный герой. Особенно с ее ультимейтом 16 левела, с БКБ. Но пока Луна еще не является чем-то таким, да, чем обычно является Луна там на 50-й минуте в китайской доте, такая вот этой машины, которая забегает, нажимает райт-клик и все умирает вокруг. Пока это простая себе... Опасная, конечно, Луна, если драться где-то на Рошане или на речке, но нету каких-то супер-артефактов пока у Эры, кроме БКБ. А, нет, Монтастайл появился, вот только-только появился Монтастайл. Так, Мизери, отличная реакция, Мизери блинкаут, и сразу же ультимейт Кентавра. Ну и пытались погнаться парни из ДОК, в итоге пас чуть не умер в этой всей погоне. Еще сгорит здесь на Файрфлае, вынужден уходить сразу домой. Как в мультитвич эту трансляцию добавить, ребят? multitwitch.tv/StarLadder1/DreamLeagueV1LAT/StarLadder2 и так далее. То есть, сколько трансляций вы хотите добавить, просто через слэш добавляете, и они у вас будут отображаться на одной страничке в одном браузере, и вы сможете смотреть несколько стримов одновременно. Так что это полезно на момент вот... На моменты, когда несколько хороших матчей идет, и хочется посмотреть абсолютно все. Что же, 36-я минута игры у нас закончилась. Началась 37-я. По-прежнему Дарксир собирает деньги себе на Аганим. До Аганима осталось 1000. Мизри собирает себе на Хекс. До Хекса тоже 1000. Пайкат, я так понимаю, на что он собирает, непонятно. Ну, я думаю, БКБ хочет сделать себе пайкат. Ну, да ладно, окей. А вот здесь на топе будет ловить Фату. Фата, несмотря на то, что у него есть БКБ. Сейчас могут быть у него траблы. Рядом Ноутейл. Рядом же Хани. Но мы видим, что Трикси тоже тут недалеко. Но ловить не стали. Да, напряженная игра. И как я говорил, вот сегодня много будет таких матчей в рамках Dream League. Потому что ни одна, ни вторая команда не хочет проигрывать. Да и не может проигрывать с точки зрения турнирной. Напомню, борьба идет за попадание на лан-финалы. Огромный призовой фонд, более 235 тысяч долларов на Dream League. Есть за что бороться. И лучших 6 команд, напоминаю, только поедут в Йончопинг на лан-финалы первого сезона Asus ROG Dream League. Так, спалился Мизери сейчас. Как-то очень тупо он спалился, да ладно. И тут крип. Смотрите, по-прежнему здесь есть крип. На него не всегда обращают внимание. Он все палит. Круто. Ну что, МСС. Меньше 500 голды осталось до Аганима. Хани, мы видим, БКБшечка 9-секундная. Аганим и 3000 у Хани. Radiant's middle tower is under attack. Ну что, расстреливает Фата тем временем Т2 Tower. Ну и тишина и спокойствие. Далековато Луна сейчас находится от мида. Видимо, отправил иллюзии вперед. Эра сам сейфово более играет. Купил талисман of Evasion, кстати, до появления бабочки. Осталось не так-то и далеко. Ну и тавр не дадут просто так забрать Fnatic. А Луна на топе там Т2 тавр, видимо, осталось 240-270 хп. И почему бы не подбежать сюда? Вот, вот.
не решился Эрой бежать. Мы не тут Мизери на АДФ пришел. Мизери, которому осталось вот буквально несколько крипов до появления у него Хикса. И, кстати, вот Хикс на Мизери, это будет очень важная штукенция, если он сейчас не умрет. Так, прыгает на Мизери, цепанули, здесь же Хани, Сайленс, и Мизери, конечно же, умирает. Четко подловили здесь Расмуса, и в итоге стан от Ноутейла, который не дает пробежать, догоняя других игроков. Фнатик в итоге флай, пытался сделать паул, почти получилось. Ну, разменяли. Будем считать Мизери на флая. Ну вот теперь будет еще проще Луне, потому что появляется Баттерфляй. Тому же Вайперу сейчас пробивать его будет тяжеловато. Придется как-то кайтить, как-то выживать. Переживать ее ультимейт. Луна 20 уже уровень, и мы понимаем, что следующий артефакт будет, скорее всего, сделан из доминатора. Я думаю, вряд ли будет Эра покупать что-то другое, и будет приобретать себе, скорее всего, сатань. Ладно, 40 минут игры за нами, и по-прежнему ничего не ясно в этом матче. 4000 голды ведут Фнатик, 4000 экспы ведут Фнатик. Ну, то есть, Фнатик всю игру как-то понемногу, по чуть-чуть выигрывают, но доги делают какие-то перевороты, и получается у них это очень неплохо. Смотрим на Эру. Эра с ДД. Очень было бы неплохо сейчас Фнатиком вот так вот как-то в спину забежать двоим. Ну вот, далеко они друг от друга находятся. Флай отпушивает нижнюю линию. 2000 голды, кстати, у него. Флай Аганим не помешал бы здесь, скажу я вам. Ну и Ноутейл. Не знаю, будет ли это БКБ. Или, может быть, будет это тоже Аганим у Шейкера, почему бы и нет. Видим Луна здесь. Дота 3 Тауэра уже добралась. И сейчас будет улетать. О, Эру сейчас поймают, скорее всего, если он тут же не улетит. Хотя Эра еще пытается кого-то найти. Да, ну просто ТП пошел котл. И все. Флай 2400. Все-таки, наверное, хочет Аганим приобрести себе Keeper of the Light. Трикси мы видим, БКБ, уже деньги есть на БКБ, надо бы приобретать. Хани 5000 почти. Ну и Ноутейл, у которого 1.6.10 стата. Алибарда появляется у Пайката, хорошая опять-таки штучка, чтобы затукать или Луну, или Баланара. Ну и кто же первый решится на агрессию? Доги или Фнатики? Стоит Рошан. Сыра Эгис готов кому-то отдать, кто будет достаточно наглым для того, чтобы прийти и забрать. Пайп юзает Доги. Ну и мы видим, что крапассирует. Мизери, конечно, котла, но котл стоял очень далеко. Доги забирает Т2. И... все. И опять поразбегались. Эра пофармил, 3000 уже у Эры после появления Баттерфляя насобиралась. Подпушил немножко опять-таки линию своими иллюзиями. И сейчас будет отсюда уходить. Скорее всего, там Вайпер ультует в иллюзии Луны. Смотрите, он и иллюзии не очень весело-то убивается. Не говоря уже про настоящего героя. Пайкат. Проблема у него. Шейкер прыгнул в Мизери и Пайката. Проблема у Пайката по-прежнему огромная. Хани его грызет. Пайката спрятал здесь пас. БКП вынужден прорезать Трикси, чтобы уйти отсюда. Ну и в итоге выживает Пайкат. Весь демедж, который в него внесли. Юзает ультимейт. Проблема огромная у Хани. Хани здесь не отпустят. Минус Хани. Гем потерял. Киллинг Спирит тоже потерял. Ноутейл. Захиксил его Мизери. Ноутейла тоже здесь не отпустят. Маны у Ноутейла нету ни на что. Пытается еще как-то жить. Скоропассировал Мизери. Очень своевременно. И минус 2 в исполнении Доги Тим.
А нет, не минус 2. МСС гонится за флаем, стягивает его. Здесь Трикси пытается засейвить как-то флая. Ну и все-таки Трикси его флеймбрейк здесь помог. Ну и Рошана. Не решили забирать, решили пойти сразу на Т3, Доги Тим. Хорошо. Давайте посмотрим, что с этого получится. 29 секунд до появления Хани на карте. Пока Котл будет задувать, понятное дело, и как-то за счет этого будет стараться переживать вот этот вот атакующий позыв. Так, Пайката затягивает очень далеко опять. Бросает на него Монолик. Пайкат пытается убежать. Луна, БКБ, ультимейт не очень удачный, потому что не всех цепляет. Шейкер дал хороший стан, отрезал МСС и Фату. Фата в итоге должны принимать. МСС едва живой. Фата дерется до конца. Фата погибает. МСС отсюда ушел. Ну и что, отдефились? Отдефились здесь Фнатики. Забрали еще к тому же Фату. А что дальше? А дальше ничего. А дальше Мизери с Хиксом кого-то ловит. Он Сатани, как мы предполагали, сейчас появится. Пока Эра не спешит приобретать. Очень хочет, чтобы у него были деньги на байбек. Что, в принципе, мог бы уже себе купить этот самый Сатаник. Ну вот, надо еще где-то 300-400 голды подкопить, чтобы был байбек. Ну и было бы неплохо сейчас на Рошане Фнатиком подраться. ...45 минут игры прошло. По деньгам Фнатик ведут 5000, по XP они ведут 3,5. Качели всю игру практически. Туда-назад графики у нас. Ну и Меку купил Флай, не стал он собирать Аганим. Стал он нам показывать, как работает Аганим. Мека тоже неплохо. Найтсталкер. Кираса. Трикси прыгает на паса. Проблемы могут быть огромные у паса. Мизери на Трикси. Шейкер станет. Почему не прыгать? Ну, туда бы Шейкер. Ну, там спрятал себя пас. В итоге БКБ юзает Трикси. Пас ушел отсюда. Шейкер в другую сторону совершенно прыгает. МСС здесь разваливает. А, пас уже погиб. МСС пытается убежать. Нет, МСС тоже погибает. Луна ее иллюзии. Так, закончилась Элибарда. Пайката отрезал здесь Ноутейл. Пайкат тоже погибает. Мизери прыгнул в толпу. Хиксует Хани. Мизери едва живой. Мизери тоже погиб. И хорошо стянул Дарксир всех. Стенка у нас-то с Аганимом, и довольно больно от иллюзий, но в итоге заканчивается все тем, что Хани оказался отрезан от своей команды, разменялся он с Вайпером, ну и размен 3-2. Луна выкупилась. Продолжается драка. Пас, проблемы огромные. Пас погибал второй раз за драку. Пас прячет себя уже перед смертью, но тут полетали, пасу ничего не поможет. Отличная пауза от Ноутейла. И у кого-то крашнулась дота. Ну и пишет Ноутейл, что Dota not so good. У кого так крашнулось? У кого? А, у Луны. Нет, не у Луны. Ну что, куча байбека у нас действительно в траке сейчас. И не ясно, в чью пользу. Ну, хорошо, наверное, да, это Эру вот сейчас дропнуло. Хорошо только то, что сильно денег насобирал на байбек Эра, и умер он уже после того, как побочки появились у него. Если бы он убил до этого, было бы, я думаю, не весело. Вернулся уже Эра. В принципе, сейчас игра у нас возобновится.
Что, ехала, продолжаем смотреть матч. Эра уже здесь. Эра пытался сейчас спнуть МССа. Кстати, забегает просто на Рошана. Понимаешь, там выкопился Вайпер. Но в любом случае есть только Фата и МСС. Этого, наверное, маловато будет для того, чтобы перевернуть здесь четверых героев Фнатик. Тем более, что Эклипс у Луны уже имеется. Ну и спокойно Эра бьет Рошанчика. 2300 хп. Сейчас будет Аегис. Так, Дарксир. Не получилось у него вытянуть никого. Здесь же Фата. Фата. Будет ли врываться Фата? Шейкер дает стан. Фату застанили. Фата ультимейт Флая. Прыгает Пайкат. Пайкат не украл, конечно, но пытается убить Ноутейла. Пайкат выхиливает Ноутейла. Ноутейл схавал сыр. Луна ультует. Ну и Пайкат здесь, скорее всего, погибнет. Хотя, Пайкат живет по-прежнему. Мизери вытолкнули далеко отсюда. Шейкер по Пайкату. 70 хп осталось у Пайката. Пайкат дает стан и уходит отсюда. Еще на развороте убьет Ноутейла. Фантастика. В итоге погиб Фата. И погиб Ноутейл. Ну и схавал сыр Ноутейл. А Эгис остается у Луны. Да. И еще раз напоминаю. Канал StarLadder 1 прямо сейчас. Третья решающая карта матча — Рокскиз против Power Rangers. Проигравший занимает четвертое место на европейском саммите. Победитель выходит в финал лузеров и оставляет для себя еще кое-какие шансы на попадание в финалы в Лос-Анджелес. Напомню, что как раз-таки вот эти две команды играют в финале Winner of the Summit. Fnatic и Team Dog встретятся в финале Винеров Тим Саммита. Проигравший будет играть с победителем пары Рокскиз ПР. Снизу Флай. Флай пытается жить, но нет. Мизери не отпускает. Слышите, как радуется Мизери. 5-2-14. Очень классная игра на Никсе от Мизери, согласитесь, в этом матче. Ну и БКБ покупает Ноутейл. С жира бесится вообще сейчас у нас ребятки. 50-я минута игры пошла уже. Очень затянулся этот матч. Матч, который никто не хочет проигрывать. Ну, маловато есть матчи, где хотят команды проигрывать, скажем так. Хане нужен какой-то башер, наверное. Эре нужно... Я даже не знаю, что тут Эре еще нужно. Эре нужно будет БКБ обновить, скорее всего. Что она у него 4-секундная будет. Извините. После следующей драки она у него будет 4-секундная, скорее всего. Ну и пауза. На этот раз у Доги Тим какая-то трабла. Будем надеяться, опять-таки, ненадолго. И пауза. Очень-очень затянулся-то у нас матч, так получилось. Я вам напомню, что дальше нас ждет тоже довольно серьезный список событий. Напомню, что следующим матчем будет играть Fnatic против Альянс. Ну а дальше Cloud9 против Na'Vi, EG против Альянс, Rockskiz Альянс. То есть, абсолютно все матчи у нас будут довольно крутыми. Ну и Эра. Эра на Луне. Фактически уже очень силен. Эра, хорошо все у него. Вот статистика Фнатика увидим на этом. Дримхаки.
Ну и пауза затягивается. Всегда фнатики во всех смертных грехах обвиняют Вилата. Не говорят нам доги, в чем проблема, и просто, ну, TeamSpeak, а проблема с TeamSpeak у них, будем надеяться, быстро они ее починят. Вот, кстати, говорит, что Raid Call, первый номер, и сразу же реклама. Ну и еще и дропнулся Хани. Да что ж такое? Там у нас матчи один за другим должны идти. Еще невероятное количество игр до конца дня. А тут мы видим, затягивается матч. Что-то непонятное у команд. Не могут они толком даже объяснить, что у них происходит и почему такие паузы. Может, хватит уже этой командочки, да? Давайте мы как-то, не знаю, доиграем уже, а то альянсы уже ждут. Двадцать пять, 29 графики. 12 000 у Фнатиков преимущество. 15 000 по XP. После последних драк все просто мега круто для Фнатиков. Луна становится уже серьезным. Уй, нам здесь в драках, скажем так. Вилат фикст. Конечно, фикст. Да, ну и пишет, что перезапускает уже Эра Доту. Ой, Хани. Ну давай, Хани, я знаю, что у тебя клевый компьютер. Ты сейчас за секунду перезайдешь, мы продолжим эту игру. Сейчас будет супер экшен и все. Ну что... Слишком много времени в паузах мы проводим во время этого матча. И это не весело. Ну, наконец-то реконнекнулся Хани, извините, Флай. Наконец-то есть у нас возможность продолжить игру. Все, смотрим. Так, ну что, снизу Мизери. Ой-ой-ой, Мизери надо быть сейчас поосторожнее, потому что Ноутейл, если прямо сейчас начнет на него прыгать, должен Ноутейл прямо сейчас прыгать, потому что Мизери может уйти. Ну, Ноутейлушка, что так долго-то? Ну, все, Мизери уже отсюда уходит. Ну, а здесь, видимо, другой план. Хани врывается на Мизери. Ух, как больно, да. Еще пытался цепануть фиссурой пайката, не получилось, но Мизери убили. 362 голды Мизери подарил Бэтрайдеру. Давайте дождемся, что же будет там дальше у нас.
Хани и команда должны как минимум вот этот Т2 Tower забрать и даже попытаться зайти на Т3. Скорее всего, так и будет. Итак, Фнатики. Возле хайграунда команды соперника. Смотрите, что вообще происходит-то. Ну, пас разбил Вардец. Фнатики хотят очень зайти. Они понимают, что у Луны есть Эгис, который скоро пропадет. 5000 денег. У Хани 3500. Ну вот боятся. Ну что же, что боятся? Ну боятся, да, боятся соперника. И это логично. Тут есть что бояться, действительно. Что ж, Фата. Фата тем временем собирает МКБшечку. Ну вот как-то Луну пробивать, понятное дело, надо. Но вот как? Хани уже здесь. Рядом Трикси. Фата ТП-аут. Отлично. Т2 Tower забирает Эра. Просто все. Райт-кликом с иллюзиями еще куда-то убежал. Ну, да, страшно. И одним, и вторым. Страшно сейчас проиграть. Тем более, что у Фнатика сейчас огромнейшее преимущество. И им сейчас проигрывать, ой, как не хочется. Терять это самое преимущество. Есть МКБ у Вайпера. Опять-таки, кот призвал в милд Хани. Можно продолжать. 4200 Хани, где Луна. 6400 у Эры уже. Надо потерять как-то Эгис грамотно. И, не знаю, разменяю его на несколько фрагов. Ну и 13-8-10 у Эры стата. Побежал Хани. Будет пытаться сейчас отрезать догов от их базы. Курица прилетела, принесла что-то. Ну почему не врывается? Врывается Хани, цепляет Мизери. Мизери погибает. Ноутейл цепанул еще Пайката. Ультимейт не очень хороший, но Пайката тут скорее всего не отпустят. Пайкат пытается на ульте уйти. Бим. Ноутейл. Дальше до конца закончился мана у Пайката. Ультимейт залетает Ноутейла. Ноутейл включает БКБ. Ноутейл пошел дальше. Здесь БКБ также включает Хани. Пайкат погибает уже на базе. Хани цепанул Вату. Ну и минус 2. Минус 2. Луна ничего не провязала. Абсолютно здесь Луны, по сути, не было. Сейчас должны зайти и снести как минимум в сторону. Покупает Скади Эра. А Эгис у него закончился. Куда ты идешь, Эрич? Неужели просто за курицей? Надо заходить в мид 100% сейчас. 38 секунд до Мизери. 48 секунд до Пайката. У Фнатика весь огромный шанс сейчас закончить этот матч. Итак. Эра заходит на ХГ. Тиммейт Вайпера. Эра это видел. Цепляет паса. Минус пас. Байбэк тут же от ШД. Эра продолжает сносить линию. Надо сносить еще одну. Им тут Эра в принципе не боится. Крипова не умирает. Куда же вы уходите? Ну куда же вы уходите, ребята? Не надо бояться даже появления Пайката. Потому что сейчас Фнатики намного сильнее. Стенку поставил МСС. И вот мы видим, что иллюзия довольно серьезная. Эру бьет. Ультимейт еще и залетел, стянули, и Эру могут тут убить, кстати. Фата за Эрой до конца, Эра на развороте отъедаться от Фаты. Пытается, ну и вот мы видим, Эра понял, что надо драться, наверное, Карапаси. Закрапасировали Трикси, Эра, БКБ, ой, как отъедается Эра, сатаником-то цепляет, Мизери без маны. Сработал Монолик, Монолик в нужный момент, опять-таки, ну и здесь мы видим до конца Эра ультует. Минус 2, минус 3, Байкат. Едва живой. Тоже погибает. Good game. Well played. Фнатики не дают порадоваться парням из Doggy Team и заставляют тех еще переживать. Потому что Doggy Team пока не гарантировали себе попадание в Йончопинг. Им надо будет еще бороться и надеяться на себя в следующих матчах или на другие команды в... Если вдруг там придется им, не знаю, иметь одинаковое количество очей с какой-то другой командой. Ну что, матч, в принципе, был довольно забавный.
55 минут длился, 32-29 выиграли Фнатики по фрагам. Игру они тоже выиграли. Турнирная таблица на ваших экранах. Фнатик, не обновилась турнирная таблица. Вот сейчас она должна быть уже обновленной. Вот 6-5 Фнатик, Нави 7-5, ЕГЭ 6-4, Альянс 8-2, Тимдог 9-4. И обостряется у нас борьба. У Тимдог остался один матч до конца сезона. Я не знаю, если честно, когда они его будут играть, но я могу вам сказать, я знаю все. Итак, Team Dog у нас последний матч в сезоне будут играть против Fnatic опять-таки, да. Вы знаете, что тут команды, которые с одного региона, играют друг с другом дважды. Ну вот Team Dog, Альянс, Fnatic и Meteor Makers из дивизиона Европа Западная. Так что 17 мая последний свой матч будет играть Team Dog опять против Fnatic, и в этом матче может решаться довольно многое. Это интересно. Причем невероятно интересно. Ну что же, следующий матч, который нас ждет, это Альянс против Fnatic. Эта игра начнется очень-очень скоро. У нас будет короткая рекламная пауза, ну и очередные рарочки, код.